Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12. Урок 13. Выполним действие. 6 метров 3 сантиметра минус 45 дециметров плюс 1 метр 4 дециметра 7 сантиметров. 6 метров – это 60 дециметров. 60 дециметров минус 45 дециметров получится 15 дециметров. Затем к 15 дециметрам прибавляем 14 дециметров. Это получается 29 дециметров. 3 сантиметра плюс 7 сантиметров равно 10 сантиметров. 10 сантиметров – это 1 дециметр. Итого у нас получилось 30 дециметров или 3 метра. Второе выражение. 5 метров 32 сантиметра плюс 4 метра, 1 дециметр, 6 сантиметров. 5 метров и 4 метра будет 9 метров. 32 сантиметра плюс 1 дециметр, то есть 10 сантиметров, получается 42 сантиметра и еще 6 сантиметров. Это 4 дециметра, 8 сантиметров. 4 квадратных дециметра, 58 квадратных сантиметров в третьем выражении. Прибавляем 342 сантиметра квадратных. 4 квадратных дециметра и 3 квадратных дециметра. Так как 342 квадратных сантиметра – это 3 квадратных дециметра и 42 квадратных сантиметра. 4 плюс 3 будет 7. 58 плюс 42 будет 100. А 100 квадратных сантиметров – это 1 квадратный дециметр. Итого у нас получается 8 квадратных дециметров. Рассмотрим четвертое выражение. 8 квадратных дециметров минус 5 квадратных дециметров – 6 квадратных сантиметров. Представим 8 квадратных дециметров как 7 квадратных дециметров и еще 100 квадратных сантиметров. От 7 отнимем 5, получим 2. От 100 отнимем 6, получим 94. В итоге у нас получилось 2 квадратных дециметра, 94 квадратных сантиметра. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.